В зале Благородного собрания Национального музея Карелии состоялась торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград педагогическим работникам. Традиционное мероприятие, которое проходит в начале нового учебного года. Высокие награды получили 20 педагогов. Глава Карелии Артур Парфенчиков лично поздравил отличившихся работников сферы образования. Он отметил, что самой главной и неотъемлемой частью воспитания детей всегда будет педагог, который научит ребенка не только алгебре и географии, но и тому, как стать человеком. Мы должны детей готовить к жизни вот, в современном стремительном мире. Но еще больше, мне представляется, мы должны уделять внимание именно сохранению вот этих духовных основ. Вот это все современное, все технологичное должно ложиться на безусловные, так сказать, основы духовно-нравственного воспитания. Один из награжденных педагогов Александр Блышко 13 лет преподает в детско-юношеском центре. Считает, что ребенку в первую очередь нужно привить активную жизненную позицию и способность мыслить критически. Чтобы человек стал достойным, я считаю, что он должен быть гражданином. Гражданин – это человек, который берет ответственность за окружающих в том числе. То есть он знает и любит свой город, свою страну. Он должен иметь активную позицию, как минимум участвовать в выборах, знать, что происходит в стране.